Всем привет, ребята! Продолжаем колесить на такой трассе, как Motor City. И гоняем в обратную сторону на машине 3-Star, автомобиль класса B. В обратную сторону, судя по всему, я еще не ездил. Мировой рекорд минута 28. В классической версии трассы у меня там где-то рекорд минута 38. По классической трассе там еще меньше, чем минута 28 был рекорд. Потом в обратную сторону, я так понимаю, еще хуже ездить, чем по обычной трассе. Сейчас моя позиция 9. Вот у нас поворот. Наоборот, чересчур уж перевзял, сильно уж на тормоз нажал. Там пацаны рубятся сзади вообще жестко. Пытаюсь к пятерке лидеров добраться, догнать каким-то образом. Так, тут я специально этого чувака на синей машине зажал. И устроил ему аварию, чтобы он меня не прошел. У меня это получилось. Не всегда такое счастье приваливает, конечно. Будем откровенны. Отлично, вошел я в поворот сейчас. Не часто такое случается. И пытаюсь как-то к пятерке нашей добраться. Я так понимаю, сейчас финишная прямая идет у нас. Да. Первый круг. Минута 41 секунда. Меня сильно занесло. Пацаны помогли мне выровняться. Я опять на шестом месте иду. Так, моей мощности хватило, чтобы этого пассажира обогнать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо было сразу восстанавливаться и не дожидаться, что меня сильно разобьют, и не оказаться именно в этом положении, в том, в котором я сейчас оказался. Машина у меня сильно реально разбита. И добить ее не составит труда. Особенно с такими парнями, как мои соперники, вот то, что они вот сейчас делают. Могу даже все три круга не завершить. Я тут смотрю, у всех красивые уже автомобили. Переднее левое колесо повреждено, пишется. Давай, чувак, проходи сам первый. Я тебя пропущу. Красавчик. Видите, фраера чувак включил. И поломался. Аккуратненько. Надо было так сразу мне играть. Может, тогда бы даже в призовых местах завершил бы гонку. Но это лучше, наверное, чем 16-я в прошлый раз, да? Или какая там была? Возможно, 16-я. Пацанчики меня выбили из строя. Ну, хочется уже на такой машине хоть финишировать.
как у меня сейчас. Меня тут жестко преследуют. Ох, как я его хорошо разбил. И у меня 10-я позиция, ребята. Не поверите, 9-я позиция. И вот завершено 9-е место и заработано 1370 кредитов. До новых гонок, друзья, пока.